Приветствую на своем канале Мастерской этнических ремесел Степной Дух. С вами я, Валентин Медведь, мастер этнических музыкальных инструментов, в частности флейт окарин. В моих руках сейчас находится очень интересная окарина, и я вам предлагаю погрузиться немного в тематику Востока и арабской музыки. А вот сама окарина. Окарина настроена в тональности соль. Строен ее арабский или же фригийский мажор и звучание этой окарины. Вот такая окарина, это соль, арабский струй. На всех окаринах я обязательно подписываю тональность и подписываю струй. Также здесь можно увидеть, кто сделал этот инструмент, и обязательно авторский значок. И для удобства вот такой шнурок. Его можно на шею себе вешать, да, то есть когда идете в поход. Это очень удобно. Ну и сама окарина не очень большая, вот она примерно так вот в ладони выглядит. Если вам понравился ролик, мне будет очень приятно, если вы поставите палец кверху. Подпишитесь на канал и следите за выходами новых видео. Я всех благодарю, кто смотрит мои ролики и кто пишет комментарии. И для меня это очень приятно, меня это вдохновляет и помогает продолжать делать то, чем я уже занимаюсь достаточно долгое время. Всем до новых встреч, приятного расположения духа. Хорошего настроения и пока-пока.